տոլլավ է արեն նռնակնել նետել է, պետք է 6 նռնակներ դեր սատկացներ այդ թուրք շներին։ Այս փաստաթղթի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ է մտնում ոչ միայն ամբողջ Արցախը, այլ Նախիջևանն ու Գարդմանքը։ Վարուժան Ավետիսյանի կարևոր գրառումը։ Վարուժան Ավետիսյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Այս փաստաթղթի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ է մտնում ոչ միայն ողջ ԱՀՆ, այլև Նախիջևանը և Գարդմանքը։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմանը որոշվել է 100 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որոշող Ազգերի լիգայի խորհրդի հանձնախմբի 1920 թվականի փետրվարի 24-ի զեկույց առաջարկներով։ Այս փաստաթուղթը իր արտացոլումն է գտել 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի Սևրի պայմանագրում, ինչպես նաև ներառված է 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ի Վիլսոնի իրավարար վճռի պաշտոնական փաթեթի մեջ։ Սա է միակ օրինական փաստաթուղթը, որը միջազգային իրավունքի հիման վրա որոշել է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի մեջ սահմանը։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com. Ну, я уже писал у себя, что СНБ врёт. Утром говорят одно, вечером говорят другое. Премьер-министр целый день молчит. Потом в 10 вечера говорит, что нет, действительно азербайджанцы зашли. Потом говорит, что, ну, смешная история, когда он говорит, что да, действительно зашли на 3,5 километра на нашу территорию. Да, действительно окружили целое наше озеро, которое второе по запасам пресной воды в Армении. Но мы будем настаивать, чтобы они ушли. То есть, и как это, же? Ну, я, конечно, не хочу грубые слова говорить. То есть, по сути, он кто-то рядом имеет его жену, он говорит: «Я настаиваю, не надо иметь мою жену. Я очень настаиваю, чтобы вы не имели мою жену». Понимаете? Вот Пашинян такой человек, который... Ему плюй в глаза, Божья роса. Понимаете? Вот и все. Я, например, считаю, что это осталось там 37 дней позора, который надо все-таки перетерпеть, и чтобы пришла нормальная, адекватная власть. Я не знаю, знаете ли вы реальную ситуацию в Армении. Там реально, ну, полное безвластие. Кто что хочет, то и делает. Насколько я понимаю, очень многим бизнесменам и средние руки, и олигархам это очень выгодно, потому что ничего не работает, ни одна система государственной власти не работает, начиная с образовательной системы и заканчивая налоговой системой, понимаете, системой налогообложения. Ничего не работает вообще, кто что хочет, то и делает. Арам Шерча, вот сегодня вышла новость о том, что вот это озеро, Черное озеро, Сейб-Нич, да? Да. Оно же по запасам пресной воды, вы сами сказали, что оно не то второе, не то третье вообще по республике. И даже говорят о том, что сегодня вода оттуда была отравлена. Вот кто-то пробовал эту воду, кто-то специально брали анализ воды, она была уже отравленная. Ну, я, честно говоря, это не знаю. Я знаю, что Армения по запасам воды стратегически имеет позиции на северном, на вообще на Закавказье, на Кавказе даже. А у Азербайджана очень большие проблемы с пресной водой. Это я знаю. И это не просто так. Но я убежден, что все эти разговоры, которые сейчас ведутся, я вот даже не то, что убежден, я знаю ситуацию. Я знаю, что Пашинян тайно договорился, что будут отдавать какие-то территории Армении в обмен на пленных. Я это знаю 100%. Он договорился. И сейчас это делается для чего? Азербайджанцы зашли, сейчас типа в виде переговоров. Вы видели вчера МИД Азербайджана более-менее. Вот надо же переговоры там, то все. Ну и Пашинян ведет к тому, что ну, давайте переговорами, мы вам отдадим здесь 3,5 километра, здесь 6 километров, а вы нам вернете пленных, которых он с помпой попытается перед выборами показать, этих пленных, вот я их освободил. То есть, грубо говоря, отдаст территории и взамен... Да, конечно, это, сейчас идет торг
обмен территорий на пленных. Вот и все. Арам Ашотович, а вот это вот злосчастный коридор, в кавычках, Зангезурский, да, о котором мечтают некоторые государства, наши соседи, как вы считаете, действительно ли существует на столе переговоров вот этот пункт, и как вы считаете, может ли он быть реализован? Я не то, что я считаю, это же официально уже объявлено, что будет коридор. Но это же не я сказал, это же во время, когда подписывали мирные соглашения, капитуляцию, там же обсуждалось, что через Зангезур пойдет дорога. Да им дорога не нужна, они полностью хозяева уже, по сути, Армении, азербайджанской армии. Вот в чем вопрос. Сейчас же вопрос... Все забалтывают тему, что нужно обсуждать дорогу, нужно обсуждать то, нужно обсуждать все. Но это же на самом деле не так. На самом деле проблема совсем в другом. Проблема в том, что у Армении нет власти, и это все превращается в сброд какой-то. И 350 человек могут прийти и ходить по всей Армении, как хотят, туда, куда хотят. Но это же невозможно просто. Рашич, вот сейчас ходят слухи, я с некоторыми людьми общался, и вот то, что происходит сейчас в Сюнике, продвижение азербайджанских войск, говорят о том, что это делается со стороны Роберта Кочаряна. Зачем? Я не знаю зачем, но я такую точку зрения слышал. Да, не, ну... Это же пропаганда пашинянцев, они готовы на что угодно пойти, они готовы торговать всем, что угодно. Я думаю, что если завтра им скажут, торгуйте своими женами и дочерьми, они будут и этим заниматься. Им наплевать, в принципе, наплевать. Пашинян делает все, чтобы сохраниться у власти. Пашинян, вот этот Андроник Кочарян, этот Арман Бабаджанян, но это просто выродки, предатели своей нации, выродки, люди, которым наплевать на все, просто наплевать на все. И они пытаются сохранить свою власть, понимая, что в противном случае их всех ждет жесточайшее наказание и позор, народный позор. И я не знаю, закончится ли это расстрелами, я не знаю, но если бы я был властью, я бы, конечно, их просто казнил. Тут даже разговоров нет. Никаких. Хороший, это просто есть... предатели, и все. Я понимаю, но... Этих но какой предателей... Кочарян может иметь отношение? Ну что, Кочарян, что командует армией? Кочарян, нет, что командует... Я не знаю, какая тут логика, но говорят, что вот это специально... Логики. Логика одна. Вранье, постоянное вранье. Но при чем тут Кочарян? Я не хочу Кочаряна в лик святых вводить. Я знаю, что он... Что за человек, что он жесткий очень человек. И мне некоторые вещи в системе управления его мне не нравятся. И по идеологии, и по всей этой, как работало, как в принципе работало. Но то, что он истинный патриот своей нации, своей родины, тут даже никто сомнению не может подвергать. И, ну, это же бред то, что говорят, что как он... Ну, сегодня вот читал, человек написал очень грамотный пост, говорит, тысячи людей выходили и даже на сантиметр не подпустили к дому Пашиняна их. Правильно? Вот эти красные береты, там то все. Ну а вы здесь 3,5 километра запускаете азербайджанцев. Да. Почему это не сговор? Объясните мне, где логика. Почему эти красные береты, эти, блин, мордовороты, почему этот сученыш, директор СМБ в бронежилете там не стоит на границе, почему начальник генерального штаба это падла, блин, коррумпированный подонок, блин, почему он в бронежилете там не стоит на границе, я не понимаю. Но он же начальник генерального штаба, он должен командовать своей армией, нет или что? Кочарян тут при чем? Что за детский сад, блин? Он что, уж обвинить Кочаряна, что он договаривается с азербайджанцами, это вообще смешно, блин. Любой азербайджанец при фамилии Кочарян его вводит в ступор, начиная с их президента и заканчивая любым азербайджанцем. Ну что, это же понятно?
Для справедливости скажу так же, что есть другая точка зрения, что это делается со стороны непосредственно по договоренности Николы Пашиняна и Ильхама Алиева для того, чтобы бойкотировать выборы. Ну, чтобы вести военные... Я думаю, тут игра немножко другая. Бойкотировать выборы он уже не сможет, это ерунда. Я могу...